Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о пентатонике и ее применении в блюзах и рок-н-роллах. Пентатоника – это такая пятинотная гамма, которая получается из обычной мажорной гаммы, если опустить четвертую и седьмую ступень. Ну, или из минорной, соответственно, вторая и шестая. Ну, и таким образом, как бы свойства параллельных тональностей сохраняются. То есть, в до мажоре и в ля миноре будут одни и те же ноты. До, ре, ми, соль и ля. Так вот, есть такой целый класс классических блюзов и рок-н-роллов, которые играются на так называемом блюзовом квадрате. Это произведение вот такого вот типа. Так вот, что для них характерно? Они играются на трех аккордах, как бы на основном тоне, четвертой ступени и пятой. Вот, к примеру, если это до мажор, то, соответственно, это будет до мажор, фа мажор и соль мажор. И они, как правило, играются не на чистых мажорах, а на септаккордах. Так вот, с этим очень хорошо сочетается минорная пентатоника основного тона. Ну вот, к примеру, если у нас песня играется в ми-мажоре, то мы можем подыгрывать в правой руке по ми-минорной пентатонике. Например, вот как-то так. Вот, извините, как бы за корявость исполнения, я попытался просто сходу симпровизировать, как бы случайным образом, просто блуждая по пентатонике. Ну и как видите, вроде ничего особо ухо не режет. Но, разумеется, когда вы сами будете какую-то песню делать, вы уже, наверное, не будете это делать случайным образом, а как-то будете, ну, хотя бы как минимум выдерживать ритм соответствующий, чтобы не выбивалось у вас из общей картины. Или, к примеру, можно использовать такой прием. Придумайте какой-то риф и на его основе играйте соло. Ну, вот, как, например, вот так вот. И, конечно, на пентатонике все не заканчивается, можно, как бы, и можно, и нужно, если получается делать что-то, ваш аккомпанемент богаче, разнообразней. Но вот, используя этот прием, вы можете достаточно быстро как-то подобрать аккомпанемент, который будет звучать, в общем, хорошо. Вот примеры некоторых песен, которые играются вот на этом вот блюзовом квадрате или на чем-то похожем. Ну, как видите, многие отдали дань этому стилю. У группы «Зоопарк», в частности, довольно много песен в таком ключе. Вот. Ну, постараюсь в ближайшем будущем что-нибудь сделать из этого списка. Ну, а вы сами тоже не ждите, пока я что-то сделаю. Как бы, ну, принцип вроде просто понятен. Поэтому вот, берите, к примеру, вот, хипаны, тональность ля мажор. Итак, хипаны в ля мажоре, ля минор пентатоника, ля, до, ре, ми, соль. Поехали.
колхозе тоже были паны. Но всех, увы, им давно позабирали. И вот один на Владу ставлю на шузы, пытаюсь там, что и на ноги отказали. Да я последний из колхозных магикан. Сижу и плачу, вспоминая всю систему, когда среду ласкали дружно на стакан. Когда и давали мы с Гелой по кличке Гипаны. Пинк Флойд, гипаны. Пинк Флойд, гипаны. Джон Леннон, гипаны. Трава, гипаны. Ох, гипаны. Сейчас еще какой-нибудь еще замахом. Гипаны. Кайф. Гипаны. Ох, гипаны.